Я благодарен гражданину Днепропетровска за тот порыв, который он проявил. Это настоящий порыв, настоящая гражданская позиция. Это дорогого стоит. Вне зависимости от того, как бы развивались позиции, ситуация дальше. Но обстоятельства и обстановка нетерпимости к таким преступникам, когда полиция, по сути, обложила весь город, и я благодарю профессионально действующих полицейских здесь, когда каждый гражданин смотрел за ситуацией, начиная от больниц, кончая улиц, мы создадим атмосферу нетерпимости. В сегодняшний день я хочу вручить наградное оружие для вас. Спасибо. Презумпция правоты полицейского. Сначала подчиняйся, а потом оспаривай. Это очень важный тезис, на котором базируется вся дисциплина и полицейская структура во всех развитых демократиях. Очень важно это понять, очень важно, чтобы каждый из вас это принял. Сначала подчиняйся, а потом обжалуй. Это никак не ограничивает ваши свободы и ваши права. Это дает возможность принимать порядок и видеть дисциплину. Я думаю, что права полицейских наравне с очень высокой ответственностью и обязанностями — это то, куда мы должны двигаться.